Мы все с вами знаем, какие беспрецедентные меры принимаются главой нашей республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым для того, чтобы обезопасить население и народ нашей республики. Оперативным штабом днем и ночью делается огромная работа. На правоохранительные органы Чеченской республики, на всех сотрудников правоохранительных органов Росгвардии ложится двойная ответственность. Убедительная просьба, уважаемые граждане Чеченской республики, оставайтесь дома.